вечер. Меня зовут Александр Чепорохин. Я продюсер серии проектов, которые, я надеюсь, мы будем делать многие годы, может быть, в Перми. Это второй концерт из этой серии, и оба концерта выстроены вокруг фантастической группы «Хунхурту». В этом есть личный момент, поскольку именно эта группа поразила меня в 93-м году, и я сдрейфовал потихоньку от научной деятельности и журналистики в музыкальное продюсирование. А кроме того, я считаю, что культурная столица не может быть культурной столицей без группы «Хунхурту». Группа «Хунхурту» — это одна из главных этнических групп мира, и это одна из самых ярких представителей, один из самых ярких представителей вечной музыки. Музыки, которая идет мощным потоком из глубины веков. И вместо того, чтобы сохранять ее как музейный экспонат, они творчески осмысливают, развивают. И очень симптоматично то, что именно сегодня мы начинаем с совместного проекта «Хунхурту» и Владимира Мартынова. Поскольку Владимир Мартынов... Я тоже не могу представить себе культурной столицы без Владимира Мартынова, который, я считаю, является лучшим российским композитором, выдающимся композитором, который прошел опыт рок-музыки, электроники, минимализма, авангарда, новой простоты, и сейчас исповедует идею исчерпания композиторского, сочинительского подхода к музыке. И вот в этом произведении, которое вы сегодня увидите, мне кажется, Владимир наиболее ярко осуществляет идею просто уловить поток музыки, вечной музыки, которая исходит от ансамбля «Хунхурту», и, используя этот поток, направить его в какое-то русло с помощью ансамбля «Опус Пост», которым руководит Татьяна Гринденко. Я хочу поблагодарить Министерство культуры Пермского края, поблагодарить Пермскую филармонию за поддержку, за то, что они посоветовали нам третьего участника нашего проекта, а именно академический хор «Млада» из Перми. У нас получается такой евразийский проект, такой «Москва-Пермь-Тува». И это очень тоже симптоматично, поскольку композиция «Дети выдры», автором концепции которой и композитором является Владимир Мартынов, написана на тексты Велимира Хлебникова. «Выдра», по мысли Хлебникова, это такой архаичный тотем, символизирующий Евразию. Это мать всех детей Евразии. Ну, я предоставляю слово нашим сегодняшним музыкантам. Татьяна Гринденко, «Опус Пост», Владимир Мартынов, «Хунхурту» и хор «Млада». Спасибо. Дети, выдры. Мы, дети, выдры.
Дети, выйди. Дети, выиграли.
кричит на звон завод, в звездном лесе не теряться, звездной тайны не бояться. Oh!
Thank you.
Thank you.
Ну,